Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне находится автомобиль Chevrolet Lachete 2008 года выпуска с бензиновым двигателем, механической коробкой передач. Пробег у автомобиля за эти годы не такой большой, 50 тысяч километров. Автомобиль у нас уже был в ремонте по предварительной диагностике комплексной. Меняли диски, колодки. Сейчас происходит замена амортизаторов передних и задних по кругу. Это уже собранная стойка. Поменяли опоры. Ну и по диагностике, которая была сделана ранее, определили стук на задней подвеске. При разборе увидели, что оторвалась подушка верхняя. Ну и, соответственно, амортизатор сам держался только под весом автомобиля. Время, потраченное на ремонт, займет 7,5 часов. Сумма ремонта составит 10 250 рублей. После завершения ремонта ходовой части машина еще отправится на проверку глосхода развала. У нас сейчас ведется акция «Подготовка автомобиля к зиме». Ну и в момент этой акции сход-развал мы проверяем бесплатно. Гарантию на нашу работу мы даем 24 месяца. Несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.